обязательно пойду на открытие выставки арт-группы «Митьки» в Северном Нагорном. Это будет 12 апреля, воскресенье, день космонавтики, 17:00. Потому что там будет не только открытие большой фестивальной галереи, вход свободный, кстати, туда в течение 7 фестивальной недели, но там будет спать моя любимая мурманская команда «Шишка Малина». Это будет супер. Во-вторых, я обязательно схожу в среду в краеведческий музей, потому что там будет хендмейд мастер-классы, там будет ярмарка очень интересная с участием мурманских и норвежских дизайнеров, и там очень будет классный модный показ. Модный показ будет в 6 часов вечера. И 100% это просто мероприятие, которое невозможно пропустить. Это финальный концерт фестиваля «Птица Баренц», который будет в «Магните». Моя любимая группа «Помпеи» наконец-то она приезжает в город Мурманск. И норвежцы, которые стали для меня приятным открытием, они очень крутые, Касса Мурил. Касса Мурил и «Помпея Магнит». Это будет у нас в субботу, 21:00, мы наконец-то сможем расслабиться и все отдохнуть душой и телом.